А скажите, а вы хоккей-то смотрите? Больше смотрю сейчас, чем раньше, потому что раньше как, я раньше больше играл. Как, раньше вы не смотрели? Вот, ну, просто на предмет, ну, технику отсматривать? Нет, у нас были определенные, как бы, мероприятия, когда мы собирались перед игрой, какие-то клипы нам показывали, как играет соперник. Это обязательно перед каждой игрой. Ага. Но чтобы целый хоккей, нет, я не смотрел, мне хватало. Да, мне хватало того, что я играю. А сегодня я превратился, как бы, в любителя спорта, мне очень нравится смотреть это. Честно скажу, больше даже по телевизору мне нравится смотреть, с нашей технологией HD. Можно паузу поставить, можно перемотать. Поэтому, конечно, я смотрю хоккей, да. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».